iPhone 11 Pro Max. Вот что они заявляют. Прайс. Конечно, цена очень большая. Качество не такое уж и хорошее. Вот это вообще странный режим. Но снимает он интересно, допустим, цену. 0.5 это отдаленно, вот так посмотреть, как GoPro. Ну что-то мне вообще не впечатляет, как он снимает, отличие с семеркой вообще нет. Ни в фокусе вообще ни в чем. И очень огромный. Его в руке держать я с Божьей, но я не могу его держать. У меня большая рука, но как его держать? Большой и очень. А портретку? Допустим, этот режим еще и подлючивает, но не впечатляет, короче, не советую никому переходить на 11 Pro Max. 11 тоже нет смысла брать, если брать, то уже 11 Pro. В руке лежит как семерка, удобная, комфортная, экран больше. Но тоже упадет и хана будет. Качество, конечно, тоже как на семерке, но ничем не отличается. А, ну еще и смотрите как. Ну короче, режим вообще какой-то лючный. Не советую. Хотя семерка и поменьше. В руке лежит комфортно, но три камеры уже. Интересная цена. Тоже нет смысла брать такой, лучше взять уже iPhone 11 Pro Max. И дешевле выйдет и удобнее. Хотелось бы сравнить его с семеркой, если еще в наличии. Только 8 плюс. Ну давайте посмотрим. Особо отличий нет. Лучше взять 7 плюс. Обещают, неправда. 5,5, хотя iPhone 8 Plus, неправда. Цена. Работает.
вообще не очень. Вот он даже не видит. Вообще какой-то режим портретки не очень. Короче, нечего.